Всем привет! Ты что, уже снимаешь? Да. Сегодня мы выехали на свежий воздух погулять около озера. А ты не поздоровался в этот раз? Здравствуйте, ребята. Самое интересное, что вот в лесу, ну, за парковку надо платить обязательно. Стоит 2 евро. 2 евро на 3 часа или 3 евро на целый день. Там вон, сейчас озеро маленькое. Озеро Ебнизы называется. Ебнизы. Ну, это маленькое такое. Таких маленьких озерков здесь много вообще, да? Всегда едешь, везде где-нибудь попадается что-нибудь. У нас сегодня 21 декабря. И тепло. И на улице почти что 6 или 7 градусов. Ага. Лед чуть-чуть есть. Классно гулять, да, это не летом, а вот именно зимой. Народу нету. В основном, когда лето, немцам холодно. Все равно, где, везде все битком. Да? Немцам холодно, я говорю. А вообще мы ведь находимся на земле Баден-Вюртемберг. Здесь, ну, такие вот маленькие, полно этих озерков. Большое озеро здесь, мне кажется, только Боденси считается самое знаменитое, самое большое. А вот в Баварии очень много озер больших. Сейчас все закрыто. Летом здесь вот можно кушать. А сейчас все закрыто. Смотри, здесь даже вот на фишку. Че? Температура воды, воздуха. Озерко разделено на две части. Одна сторона не заморожена, а другая заморожена. Такие красивенькие. Ребята, кто знает, что это, пишите в комментариях. Ну, это тоже, наверное, уточки. Просто какие-то необычные. Нет, это не утки. Смотрите, черные. С белой моськой. Вон там дальше утки. С носом белым. Вон утки сидят, вон утки. А это какие-то, не знаю, что. Что, пойдем туда? Мы решили подняться в лес. Здесь было, как это называется, шильд? Ремартурм. Ну как шильд по-русски? Блин, не знаю. Ну, короче, описание, что если мы сейчас пойдем здесь по лесу вверх, тогда какой-то будет римский... Блин. Ну как турм? Ну откуда я знаю, как... Башня, вышка, что-то типа того. Ну посмотрим, найдем мы, нет. Называется. Ты опять уже снимаешь без предупреждения? Да. Я тут, ребята, я тут тренируюсь вставать дедушкой. Ворчать. Это точно. Короче, не знаю, что я там до этого наболтала. Там дети сзади дрались. Мы идем сейчас гулять на Ремартурм. Римская башня, это, наверное, да, без разницы как, кто знает, переведут, а... Интернет поможет перевести. Сзади меня вы увидите Римскую башню. Да нет, мы просто сдались. Далеко мы шли. Не знаю, сколько уже километров прошли, но... Там
указания. Там указания не было, к сожалению. Сколько километров до нее? Поэтому там и начинается уже лесная дорога. Ну и вдоль дороги надо было идти, из-за этого мы вернулись назад. Лучше пойдем назад к озеру. Все, мы спустились назад. Я до этого не говорила, вот прямо около озера стоит отель. Там до этого какой-то праздник проходил. День рождения или свадьба. Народу там было. Прикольный вариант.